Так, извиняюсь, я немножечко игру, точнее, запись приостанавливал. Так, всем привет, дорогие зрители. Я вот уже начал запись данной игры. То есть сейчас я вам покажу, точнее, попробую показать, что и как надо играть на леге, обязательно за нее победить. Ну что ж, приятного всем просмотра. Я, конечно, не буду вам спойлерить, чем же все-таки вся эта катка закончилась? Я не буду никаких намеков вам делать. То есть я вам просто показываю пример игры на Legion Commander.
Он все у тебя играет. Че? Почему? Не надо, кричай. А то мама. Если мама. Снимай, говорю. Чё? Снимай что такое? Что такое-то? Руки мой.
Что делаешь? Сейчас упадет, кто куда? Ой, давай. Нет. Хорошо, в мой руки. Хорошо. Выключай воду. Закрой. Ну что ты делаешь? Закрой. 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 Ты что, тупой? Да. И теперь вон поставишь. Слышите, купил, да? Купил хлеб. А? Можешь карточку смотреть? Чё? Так, можешь выключить? Ага. Дай себе вот... Когда ты все, а тебе телефон, да? Я тебе прекрасно слышу. Да, ты придешь? Да. Сейчас. Куда мне надо? Пашкой. Да? Никита Кожечка, суперкошка. Да? Суперкошка. Не трогай там ничего, все опасно. Ты ничего не трогаю. Пока. Ого, как воду. Во. Иди, Ляш, на кровать мою. Я буду смотреть на котенка. Да, ну смотри, пойдем. А вот тут? А? Вот тут? Где? Вот это встреча. Да? А почему? На. Ложись. Вот так. А? Сейчас смотри.
Не убрать, что ли? Не помыть? А что вот это кому оставил? Это кому оставил? Кастрюли, сковородки, кому оставил? Не знаю. Не помой, значит. Thank you.
Хочу Я не понял, почему ты не смотришь видео? Ты что, офигел? Если я подойду и все, больше ты не хочешь меня смотреть мульти. Понял меня? Пошел в землю, все, все. Слышишь меня, что пошел отсюда! Не, ему дал видео смотреть, он сел и играет. И что тебе? И что? Thank you.
Где мне тебе мультики? Включи тебе мультики. А? Бери отсюда вонючие носки свои. Воняет. Гречку тебе? Ну, нет, мне вот это, папа. Вот это твоё. А тебе какая разница? Давай я тебе твою тарелочку. Нет. Давай, идём. Я хочу с тобой. Хорошо. Давай я тебя поверну туда, что ты будешь спиной смотреть, что ли, или что? Папа, мы на песенке сидим. Вот и все ничего, не ребята. А сейчас давайте чистим бочки, а ложиться спать. Спокойной ночи. Сладких вам обман и дочь. Спокойной все ночи. Oh, dear.
Ну что ж, вы видели весьма такую интересную катку. Да, там немножко, конечно, не хватило до 1000 дуэлей, но там ровно бы не получилось бы, потому что если за каждую дуэль давалось, как вы уж поняли, по 58 дуэлей. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Игра была в некоторых моментах весьма забавной. Если те, кто полностью просмотрели это, то все наверняка оценят всякие ситуации. Особенно, когда на нижней лайне я подловил вивера с еще не собранным инвизом. Это было, конечно, очень забавно. Ну а так, как вы сами видели, и если не смотрели, то я вам просто скажу. Я не проиграл ни одной дуэли в этой катке. Да, я слился, конечно, 13 раз, но, понимаете, суть не в том, чтобы хорошо собраться, нет. Легион Командер — это герой, который делает дуэли и тем самым вносит. Вы сами видели, сколько у меня было моментов при том, когда я дуэлился с Мартрой. Да, она меня несколько раз чуть не выносила, конечно, со своих критов, но все же я ее все равно забирал один на один. Ну что ж, не буду заговариваться.
Еще раз всем спасибо за просмотр. Если захотите еще видеть такие видео, в которых я играю не только в Solid Legion Commander, а и за других героев, то пишите в комментах, ставьте лайки, если понравилось.